Вячеслав – главный бас концерта. Чтобы спеть для самарских зрителей, приехал из Саратова по приглашению своей сокурсницы. Артисту по душе атмосфера фестиваля, а потому он уверен, что обязательно приедет еще. Я принимаю пока первый раз, но я думаю, далеко не последний. Правильно, я принимаю уже третий год участие в этом фестивале. Все очень замечательно, и артисты очень квалифицированные. Хорошего настроения. Я надеюсь, что зрителям очень понравится. Самое главное это. Фестиваль «Открытое небо. Открытые сердца» проходит в Самаре уже четвертый год. Проводит его при поддержке администрации города. Артисты исполняют на народных инструментах самые разнообразные произведения – от классической до эстрадной музыки. Но прежде всего фестиваль направлен на приобщение подрастающего поколения к народным традициям. Очень нравится. Мы очень часто ходим в парк, и концерты прям вообще отличные. У ансамбля есть и постоянные слушатели, которые приезжают на каждое выступление. С этим коллективом мы знакомы давно. Мы их посещали в филармонии. И вот опять взяли мы абонементы на этот год уже. Мы просто в восторге от их выступлений. Поддержка талантов – одно из приоритетных направлений деятельности мэрии. Для этого в городе реализуется программа «Молодежь Самары», благодаря которой инициативы молодых людей получают зеленый свет. Уже четвертый год подряд мы получаем необходимую поддержку от администрации города, и благодаря этому фестиваль живет, развивается. Аудитория фестиваля молодая, молодежная, артисты играют также молодые, с большим запалом, энтузиазмом. Много среди наших слушателей молодых семей, это очень приятно. У артистов запланировано более 30 выступлений в этом году. Расписание концертов под открытым небом жители могут найти на сайте филармонии. В следующий раз артисты выступят 26 августа в парке имени Щерса. Начало концерта традиционно в 5 часов вечера. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.